Ой, надо было воды попить. И снова всем привет. Вы на канале таком-то, таком-то. И мы продолжаем проходить Crysis. Вы наверняка слышите, что за окном у меня там триммер работает. Блин, он совсем рядом. Даже форточку не открыть. Пришлось даже вентилятор включить. На улице сегодня духота. Вообще жопа полная. Лето пришло. Еще и тучи ходят. Короче, все, я пожаловался. А что делать-то? Возьмите под контроль точку эвакуации. А, там же я помню, запалил одного. Ну-ка. Ой, нет. Блин, я его не вижу даже. Мне придется к нему так подойти. Максимум скрытности. Ух ты ж, блин, я двоих вижу. А где второй? Вот второй. Так. Ладно. Перезарядим костюм. Еще и третий там где-то. А где третий-то? Ага. А третий идет сам ко мне. Оба! Оба! Нифига! Это спецназ! Спецназ! Да ты чё? Он чё, блин? Охренеть. Он тоже в костюме? Какого хрена? Вы чё, охренели? Откуда у корейцев костюмы-то взялись? Я аж чуть не пернул, блин. Зашибись, он еще и невидимый становится. О, а сейчас ракетница появилась. Какое совпадение, блин, а? Их тут трое аж. На, собака некрещенная. Понравилось? На, держи еще, блин. На корейцы, блин. На, собака. Вова, там еще кто-то остался. Сейчас исправлю. Я тебе сейчас просто в руку... Скотина, нельзя его в руку взять. Охренеть, у них такие же костюмы. Гриф, это номад. Все чисто. Понял, номад. Снижаюсь. Жди. Пистолет, пулемет. Что за... Опа! Снайперская. Ждем сигнала к началу штурма. Авиация скоро прибудет, а мои ребята уже готовятся к высадке. Глушитель. Встретишься с ними и отправишься в самое пекло. Подожди, я... Ну, на это я патроны хрен найду. Снайперка... Ладно, калаш вернем. Ух ты. Охренеть. На корейцы, блин. Так. Здорово, пилот. Где у вас тут? Десантировался нам. Я в шоке. Здорово. Ты в курсе? А ты? Ты как, номер? Я гляжу, ты живой, а? В курсе насчет пророка? Мне, да, будет не хватать этого ублюдка. Теперь ты веришь? Похоже, шут был не таким уж и чокнутым. Насчет чего? Истинно так. Пока перестал косить. Но все равно я форточку не буду открыть. Потому что микрофон все это жесть как поймает. Он этот-то вентилятор ловит от души. Ну извините уж, на улице жара. Сам только что с улицы. Ветра нет уже, жара конкретная. Солнце прямым лучом тебе прямо в харю долбит. Так, это и есть надо костюм, о котором все болтают. Ну, эй, да. Я тоже такой хочу. Ага, станет... Я молодец, конечно. Нет, слушай, я молодец. Миллион баксов на твою тощую задницу, Джонсон. Черт, вы все заткнетесь, когда я получу костюм. Я буду круче, чем ниндзя. Хочу на это посмотреть. Итак, парни, мы в зоне боевых действий. Там внизу целая куча зениток. Я сделаю круг и сброшу ловушки. Потом садимся. Мы нарвались на корейцев. Их артиллерия долбит по этому хребту. Пригните головы, а то оторвет. Тогда зачем мы тут садимся?
Либо пушки, либо зенитки. Пушки мажут чаще. Дальше я вас не поведу, господа. Гавань слишком жарко. Удачи вам. Погнали. Черт, как же я хочу такой костюм. Не советую. Санитар, принимайте раненых. Ох. Что за Call of Duty? Че, один не успел выйти? Так, найдите лейтенанта такого-то, такого-то. Сейчас найдем. Ёлки-палки. А, можно идти спокойно, да? Да, это все наши. Ради бога, помогите мне кто-нибудь! Че у тебя? Скар. С тобой поговорить? Нет, не с ним. Вот, а с ним. И займется этим, естественно, я. Еще один потеряли. Хваленый F-22. Нома, у нас тут большие проблемы. В гавани стоят корейские зенитки. Самолеты бесполезны. Кто-то глушит наш радар. Надо добить уцелевшие зенитки, чтобы транспортники смогли сесть. Не слишком сложно. Тебе не сложно? Ну займись. Молодец, Номад. И куда мне идти примерно? Я останусь здесь, потом догоню, ладно? То есть, получается, можно по берегу пройтись. Открытая слишком местность, конечно. Так, сила, да, наверное? А, все равно больно. Да, переключи. Ох ты ж твою дивизию! Опять что ли стелс миссия? Да вы заколебали. Так, F5. Ну вы этими сами займетесь. А я потихонечку, не спеша. Ого, сколько вас там? Да, тут бы гранатомет пригодился. Ух ты, блин, Energy. Во второй части таких проблем с Energy не будет. Вторая часть вообще кардинально отличается от первой. Не, я просто скачал вторую часть, но пока не знаю, стоит, не стоит. Хотя, какая разница, эти игры очень старые, все... Робот, это псих! Я выхожу в гавань! Когда найду подходящую позицию, дам тебе знать! Все же знают сюжет всех частей, все видели прохождение... А, я же в невидимости. О, контроль, точка. Так. Эх, запалит, не запалит. Запалит. Блин, уже идут проверять. Не хочу я связаться как мужчина. Ох ты ж, блин. Больно-то как. Так. Грёбаный корейца, блин. То есть это я грёбаный, не могу на уступе... удержаться. Блин, я что-то вообще через какие-то дебри попёрся. Так, сделаем сохранку. Сколько у вас там? А, хотя я и так вижу сколько. Перезарядимся. Возьмем калаш. И в жопу им этот калаш. Может усыпить этого товарища?
Моя спать. Откуда у корейцев нано-костюмы? Вот что мне интересно. Так, что у тебя тут? Калаш. По-моему, короткий какой-то. АКСУ. Ух ты, блин. А кто здесь рядом? А, он то, что спит. Ну ладно, убивать его нет смысла. Пусть спит. Так, вся охраночка. Блин, темно, конечно. Я еще утром записываю. Все равно... немножко отсвечивает. К мышке, кстати, более-менее привык. Более-менее. Это не значит, что уже как родная. Далеко еще идти-то? Ух ты, самолет. Просто пролетел, ничего не сделал, да? Не, я постоялся буду идти. Тут, видать, слишком жарко. Это тут когда пришельцы появятся. Хотя их тоже надо постоялся мочить. Какой-то, блин, стелс-прохождение получается. Хотя такое. Так, прилягем. Что там? Да, слышу зенитку. Не вижу противника. Ай. Так, перезарядка. Прыляк. Вася, блин. Почему он мертвый там лежит уже? Точнее, висит. Зенитка автоматическая, что ли? А чем я ее буду мочить-то? У меня гранатомета нет. Так, надеюсь, она меня не запалит. Ладно, перезаряжусь. Это, конечно, здорово, но... Так, вижу одного корейца. Там кто-нибудь ходит? Вроде нет. Ой. Ой. Корейцем она запалил меня. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Да кто? Кто-то прямо сверху, что ли? Да как так? Запел, блин. А, это зенитка меня палит. Если я отойду, зенитка мне сейчас такой бадабум устроит. На, падла. Сходи, посмотри. Кто там? А ты у меня будешь просто спать. Ой, как хорошо у тебя. Ну-ка. Если отойду, зенитка будет меня стрелять? А, она меня просто палит. Теперь осталось вынести ее. Вот как только. Заряд взрывчатки. То есть в любое место, да? Оба! И все. А если я еще бочки добавлю? А держи бочки! Блин, главное, чтобы не взорвало все равно. Куда? Блин. Ох, сейчас будет бадабум. Здорово, Номад! Одна осталась! А ты что, не можешь? Ой, ой, кто-то меня запалил.
Вертолет. Опять что ли вертолет? Да вы заколебали. Вот только не говорите, а. О, блин, вы издеваетесь, наверное. Да, они издеваются. Больно, слушай. Кусты. Так, этого корейца придется усыпить. Да ты серьезно, что ли? Ты что, меня видишь, что ли? Ненавижу вертушки в этой игре. Они видят все, блин. Перезаряжай костюм быстрее. Твое счастье, что у меня опять гранатомета нету, блин, мудак. Так, через дорогу попробую перейти. Надеюсь, энергии хватит, 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 хватит. Ну и как ты меня видишь? Я в кустах. Давай, прямо в меня еще пальни. Ну, кто бы сомневался. Меня там нету, но он все равно туда стреляет. Номат, присядь. Или что, в это... Еще раз сохранюсь. Блин, она поближе к воде. А, вот поближе к воде. Но у меня энергии очень мало. Из наших никто его сбить не может. Завали свой намат. У меня тут проблемы похлеще твоих. Вот если ты меня еще... Ну это вообще бред. Это такой бред. Ладно, перезаряжусь и в невидимость уйду. Давай за камень быстрее. Нет, вертолеты в этой игре это просто, не знаю, это какие-то имбоватые существа. А если я отступлю к своим? А, хрен. Не, я так и сделал. Блин. Это просто бред какой-то. Вертолет мне... Пошел нахрен. Серию я в честь тебя не буду называть. Вот. По индикатору видно, что меня никто и ничто не палит. Ну, по той части я бы, конечно, не пошел. Я где-то по центру пойду. Разлива этого. Залива, точнее. Кстати, вот в этом здании можно будет сныкаться ненадолго. Ой, ой, ой. Кусты. Давай, стрельни сюда. Вот какого хрена этот самолет просто пролетает и ни хрена не делает? В этой части зениток нету. Ох ты ж, блин. Китайца. Китайца. Точнее, корейца. Спи. Энерджи. Энерджи, срочно!
Блин. Приляг, мудак. Зараза, ну... Ох ты ж, блин. Далеко мне еще. О, блин, супер скорость. Вот хрен вам, я дойду до своих и, блин, найду гранатомет. А мои, походу, мне ни хрена не помогут. Ты сдохнешь, нет? Противник. Нету противника. А я сейчас невидимость сделаю. Переключу вид. Где эта сраная вертушка? Че, к нам подлететь боишься уже, да? Тварь. Так, ну у вас наверняка тут должно быть что-нибудь есть. Что-нибудь есть. Да, поесть бы сейчас было неплохо. А, это не патроны. Калаши. Максимальный боезапас. На вышке. Может, на вышке что-нибудь есть? Лезть. Хоть. О, сигналка сработала, кот. Использовать. Хо, хрен она взорвалась. Фух, ладно. Получается, зенитка там, да? Там палит этот... Вот собака, а! Да ладно, откуда у меня гранатомет-то взялся опять? Где он там? Что-то я его потерял. Нет, я хочу ему отомстить. Это просто хочется. Он уже вторую серию мне мозг выносит, блин. Я, конечно, сомневаюсь, что я в него попаду. Так, получается, примерно вот здесь вот. Да на! Не долетит, скорее всего. Да ладно. Ну, взрыв вроде был, но я не знаю, в него я попал или нет. Так, тут у нас, значит, палит лодка, да? А, она патрулирует. Ну, погнали тогда по спринту. Я вот заметил, что он без рук... Хотя нет, когда быстро, когда медленно, непонятно что-то. Так, у меня... Ой, чуть не подавился. Не похоже, что тут кто-то есть. Лодка меня палит. Эть, не хватает у меня силы. Да блин. Ни хрена не вижу. Блин, не дадут мне тут пройти, как не хочешь. О, нифига себе. В режиме скорости-то как. Ху, блин. Не тянет. Ух, какой вид-то. Блин, я не сдохну, если упаду здесь. Опять блюванул. Так, где у нас там ПВО? ПВО совсем рядом.
Блин, идти вот здесь, это, конечно, не самая лучшая идея. Сохранка. О, тут лодка есть. Так, заценим, кто тут у нас. Доты. Я вижу, у них бочка там есть. Так, приляг. Такое ощущение, что вертушка опять ко мне летит. Ну чё, взорваться-то будешь, нет? По-моему, попал. Вертолет. А я невидимый. Хрен эти нам. Водитель какой-то бессмертный. Ух ты, тут нифига, тут мины еще. Попал. Ну-ка, я могу их взорвать? Могу. Да ты падла, ты что, такой бессмертный, что ли? Ты что такое было, блин? Идея все равно хорошая. Сила не тянет. Так, что, может, тогда потихо и зачистить? Давай поближе. Вот у снайпера нет глушителя, поэтому она мне пока бесполезна. Ай, ай, ай. Минус. А тут мины, блин. Надо как-то мины убрать. Тут лодка еще. Ой, так, а что здесь? Целеуказатель. Ну давай целеуказатель. Снайперский? Откуда он взялся-то, блин? Так, режим невидимости уберем. Ох ты ж, блин, тут кто-то рядом есть. На вышке. Как я тебя не заметил, братан. Чувак, быстрее залазь! Корейся! Хочешь полетать, корейся? Аж, как его бросит? Шел отсюда. А пушку-то... Ай, блин, еще из пушки улетел. Поздравляю, у нас опять вертолет. Это ты, мудак, попался. Блин, этого вертолета гребаного. Ладно, туда я не пойду, значит. А он и так уже сюда летит, слышно же. А как вот... Вот так получше. Может, в режим силы перейти? Да что я сегодня такой косой? Блин, по-моему, меня кто-то запалил на вышке. Уже не запалил. Вертолет зато запалил. Просто жесть какая-то. Чего делать, я вот хрен его знает. Ныряем, чё? На самое дно. Сраный вертолет. Как же меня он затрахал уже, а?
Нет, сохраняться пока не буду. Слишком палёное место. Так, пока он меня не видит. Ну, чё ты не идёшь-то, блин? Молодец, блин. Чё, уже запалил, да? Я говорю, всевидящий, блин, просто видит всё и везде. Ну, сейчас, ладно, признаю, мой косяк. Пока дерево держит. Блин, тут корейцы ещё сидят. Слушай, давай проверим, он будет по своим стрелять? Ну или... Даже рядом по своим стрелять. Так, надо поменять. Нет. А чё за штурмовой? Не. Ох, мне бы сейчас твой пулемет бы и оторвать его просто. Еще раз сохраним. Варя. Давай, пониже еще, мудак. Эх ты, мудак. Давай, поближе. Ну и пошел ты в жопу. Ля-ля-ля-ля, как же плохо мне. Никто тебя не прикроет, мудак. Тут есть у вас что-нибудь? Гранатомет какой-нибудь, что ли? Блин, кто там зарезает опять? Да ты, собака некрещеная, где там заряд этот говна? Сбить этот сраный вертолет уже, а? И где ты? Вообще хрен знает где. Ну и чё? Может, ты собьёшь вот этого куска говна? И не стреляет. Чё за идиот, а? Это чё там вообще за патрон-то? Надо посмотреть хотя бы. Сохранюсь на всякий. Ох ты ж, блин, больно. Аллилуйя, блин. Чё, долетался, мудак, блин? Ты вот, Вася, повезло тебе. Так, это кто, враги? Враги. Куда? Сюда смотри. Ах ты, скотина, а? А, он же все отдыхает. А ну пошли отсюда, корейцы, блин. Ой, нахрен, я предлагаю эту серию пока закончить. Мне просто...
Давайте пойдем во вторую часть. Там попроще. Там хотя бы расслабиться можно. Так, это кто? Это свои. Все, короче. Давайте, подписывайтесь, комментируйте. И ждите вторую часть, то есть следующую серию. Все, всем пока.